Короче, я снимал целый день на свою камеру, с которой я обычно видео снимаю дома. Сейчас достал опять свою петличку. Здесь шума меньше, вообще народу мало. И наверх подымусь. Фендер там, у Фендера много было всего. Гитара за 1,5 миллиона. Такое. Может, посмотрю, еще с петличкой сейчас доделаю. Остался час до закрытия нама. Я доснимаю, И потом, ну, видосы еще будут с нами, еще много. Вы еще устанете их все смотреть, наверное. Будет по 2 просмотра там на последних видео, потому что вы скажете, ну, сколько уже можно. Ну, еще ж Тейлор гитары надо. Вот сейчас я подъезжаю к Тейлор гитарам. Ну, тут картинка лучше будет, потому что на камере у меня не будет 4К. Я в Мартин заходил с той камерой, Фендер, все эти. Я вот думаю, Тейлоры на эту поснимаю. Потому что это акустические. Здесь вроде бы как. Но опять же, по Тейлорам здесь нет ни цен, нет ни описания гитар. А я в них сильно не знаю, не разбираюсь. Но когда акустику, если собрался покупать, буду, наверное, покупать Тейлор. Ну вот мне, наверное, все акустики выглядят одинаково. Вы мне покажите, за $400 Тейлор или за 4000, я, наверное, в них толком и не пойму разницы. Но вот красивая какая-то. Я думал, она треснутая. Она не треснутая, это такая окантовка у нее идет. Думаю, ля, короче, дека отошла. Бэйби Тейлоры. У меня дома Бэйби Мартин. Это Бэйби Тейлоры. Такие походные гитары. И даже полуакустические такие. Со звукоснимателем губная помада. Как на Дэн Электро. Снял я, кстати, Дэн Электро даже. На свою камеру. Builder Edition. Это, наверное, как Custom Shop. Они подключены, то есть можно гитару подключить сюда, я так понимаю, и послушать. Но сейчас уже все тут на них сидят, играют. Вот это такая особенность Тейлора, такой скос. Вроде как из палисандра гитара с эбони накладкой. Thank you.
собственно, Тейлор гитары. Не был бы я ютубером, здесь бы было бы даже веселее на нами. Сидишь целый день, разные гитары играешь, не беспокоишься, но вы просили, я снимаю. Пойдемте дальше. Годин гитары. То есть это видео будет Тейлор и Годин. Шумно, наверное, микрофон опять сейчас начнет запирать. Тоже такие под классические есть, типа телекастера. Вот Les Paul такой, типа классический сингл кат. Полуакустический, как ЕС на Гибсоне. Стратокастер. Типа Греча. Классические, акустические, но они, короче, здесь Годин делают гитары на все вкусы. Не сильная бюджетная, акустика за больше, чем две штуки. На электриках нет висюлек, поэтому я не знаю, какая тут цена. Cool, so my name is James Abraz. I got some stuff, some info out here. You can probably have to grab one. Don't feel, you know, don't be shy. I got an album on Spotify, iTunes, Bandcamp. Oh, it's какой-то artist. This next tune is called Dog. That's hot. Сколько маленькие? 640. Ну, это Art Luthier, Канада. Но Годин, они же тоже вроде бы из Канады. Сколько вот страт стоит? 2000. А, это в канадский. Не, в 1750. Lay Sensors с Ясеня, Stratocaster от Godin. Это что-то побюджетней такой, роковый телекастер. С 700-800, ну вот около 1000 Godin гитары. Ну я не знаю, сколько вот это такая с накладкой на всю деку, нет на ней цены. Вот $700 типа такого Les Paul Junior. Это второй Годин. Сейчас я поеду вниз, самый там тихо сейчас уже, так никто не играет, сам бы кто-то уже фотобанен. И тогда там я просто поснимаю. Поснимаю. Буду меньше говорить на случай того, что если она запирать будет. Так, что я говорил до того, как там танцевать она начнет, то я просто поснимаю минимум комментариев, чтобы можно было вообще какой-то этот, ну, звук вам, потому что это даже если я не говорю, он все равно будет запирать, если тут сильно громко. Ну, сейчас тут не так громко.